Вот кому вообще собрались продавать, если вас никто не знает? У вас не указаны статьи расходов на рекламу, продвижение? Совсем не детские вопросы и задачи. Сегодня важный день – презентация предпринимательских проектов. 2 недели с подростками работали бизнес-тренеры. Влад вместе с коллегами решил удивить жюри дополненной реальностью. Суть их работы – человек подносит к одежде гаджеты, вокруг появляются голографические бабочки. Только показать свои изобретения пока трудно. Сейчас это применяется в Москве в виде рекламы на рекламных щитах. И вот мы решили применять еще и в одежде. А некоторые идеи уже живут и даже приносят доход, как команде этих девочек. Они украшают школьную канцелярию, размещая фото в социальных сетях. Покупателей пока немного, да и цены чисто символические. Но предпринимательницы бросаются в дело со всем своим молодежным драйвом. Не имея тех самых страхов, ограничений, рамок, которые есть у взрослых людей, привычных моделей, сначала поработать 10-15 лет в найме, чему-то научиться стать экспертом, а потом, может быть, я наберу смелость для того, чтобы открывать что-то свое. Возраст всех участников проекта от 14 до 17 лет. Законодательство позволяет им открыть свое дело с 16, с разрешения родителей. Многие юридические аспекты еще предстоит прорабатывать, но начать это не мешает. Но есть те, которые уже будут реально реализовываться. И, возможно же, и патентная система, либо, возможно, поскольку это не постоянный доход у них будет, они же только начинают какое-то время, ну, в общем, законодательство позволяет попробовать, и не обязательно же сразу регистрироваться. Бизнес-тренеры советуют начинающим коммерсантам относиться к своему делу как к игре. Ведь даже если проект прогорит, у ребят останутся деловая хватка и опыт, а практиковать ход грамотных переговоров можно с родителями. Ирина Корчагина, Александр Антропов. Наши новости.